Всем привет, это Кать, канал Bad Girl. Я считаю, вы должны это видеть. Ну-ка. Просто меня загрузило, посмотрите. Я где? Я нафиг где вообще? Чтобы нырнуть под воду, я в воде? А как я в воде? Эля же плавать не умеет. Что происходит? Ой, начнем эпизод заново, что делать? Спасибо, блин. Элли плавать не умеет. Так. Я прячу где-то здесь, все правильно. Упа, у меня есть коктейль Молотова. Ага, пистолета нет. Лёха. Ой, Лёха, Лёха, мне без тебя так плохо. О, у нас тоже есть слух, смотри. Ни черта не помогает. Так, сидим. Смотрим. Значит, двое тут. Один тут. А что если мы кинем камушек типа... О, неплохо. Неплохо. Не упусти! Ублюдок, мать твою! Блин, ну ты тоже тут встал, тут тоже, да? Молодец вообще такой. Да-то да, но у меня больше всего нет ничего. В смысле? Ё-моё, там еще кто-то есть. Еще двое. Ну этого, кстати, по красоте убили. Ну вот на этого у меня... Так это понятно, но у меня времени столько не было. Игра. Так, запись идет. Так, они меня не видят. Их слишком много. Их слишком много. Там еще получается, тут трое, там двое. Пасут, пасут. Ой-ой, вот этот опасный чел. Но он меня, кстати, не видит, смотри. Увидит сейчас. Нет, не видит. Там тоже далеко ходит, там тоже далеко ходит. Не видит. Блин, есть, конечно, вариант со стрелами. Поиграть со мной хочешь? Точно она. Кто сказал поиграть со мной хочешь? Вы чё, извращенцы? Ой. А, там видит. Ни хрена. Патронов нет. О, там бомба есть. Есть что? У меня пусто. Ага.
А, черт! Сука, заметил, да? Говнюк. Угу. Есть такое. Кстати, у него там, скорее всего, патроны. Я пошел! Да! Иди! А куда пошел? Подонок. Ага, вот ты где стоишь. Не видит, смотри. За ней! Она здесь! Узнала! Поля! Блин, на какую эту кнопку? Нет! Здесь! Ты чё, охренел? Сядь! Здесь, кстати, язык поменялся, видели? Прикрой меня, я иду! Давай, я давай. Прикрою. Откуда ты прикрываешь-то? А, вон ты где. Не упусти! Давай. А все почему? Потому что не похоже на... Никого нет! Тут тоже! На тебя! Не похоже на меня! Просто так прохожий парень! Говнюк! Да видит, смотри. Пусто. Пусто-пусто. Подонок. Даже не слышит, что его коллега помирает там. Засада. Да, это засада. Убитый! У нас потери! Разойдись! Чё орёшь-то? Чё орёшь? Чё орёшь, я тебя спрашиваю? Чё орёшь? Орёт он! Здесь никого нет! У меня тоже! Ложки. Двое чешут, да? Всего пятеро получается. Где этот? Не похож на тебя, не похож на меня. Просто так прохожий. Парень. Темнокожий. Я все-таки это сказала. Я не смогла удержать. Ну, простите. Тут никого нет, а у тебя? Тут тоже! Опа. Идет, смотри. И там идет. Надо, чтобы они спиной повернулись. Смотри, что творят, а. Ух. Ага, этот внизу ходит. Говнюк. Слушайте, Элли так из лука стреляет хорошо. Я немножко в шоках. Ну, потому что Джоэл так не стреляет хорошо из лука. Эй! Алло! Вон ты где. Слишком далеко. До туда не долетит. Нет, не долетит. Только зря стрелу потратили. Так. Вон пока все равно там. Бездарный, даже не упал ничего с них. О.
Хорошо. Где он ходит? Ой! Что дают? А. С этого тоже ничего не упало. Ну здравствуй, курочка моя. Душу куда-то посмотри. Иди, иди сюда. Вот чуть-чуть только бочком повернись. И все, и кранты тебя. Давай, давай, давай. Даже не видит ничего. Похоже, все. Угу. Так. Пойдем искать. Мы еще куда пришли? Как отсюда выбраться? Понял. Пойдем дома смотрим. Прими бы хилочку. А, так мы дома не осмотрим. Понял. Bear Creek Lodge. Established 1947. Окей. Бесполезная информация с бесполезной табличкой. Что-то она не шутит, смотри. О! Е! Нормально. Я не хочу здесь застрять. Я тоже. Кнопку перепутала. Чисто кнопку перепутала. Не обращать внимания. Просто подралась с воздухом. Бей, как говорится, воздух, чтобы чужие застряли. Фу, блин, бей воздух, чтобы чужие боялись. Что-то мне это Bear Creek вообще не нравится. А, где же выход? А зачем мы входили сюда? А, вопросиков нет. Апа, подожди. Чего ж сразу все не берешь? Наконец-то. Мне тут не нравится. А это зеленее домика. Ух ты, ебать! Вы что, охренели? Ну-ка, срочно. Д.
Где же они? Где они? Смотри, псины сутулые. Откуда стреляли, я так и не поняла, кстати. С улицы? Может, на второй надо? Тихонечко. Пробираться. А, на второй не пройдешь. А чё, плясать будем? Чё, как танцы, тебе нормально? Станцевали? Всем двором, под сиреневым кустом. Нормально руку тебе оторвало? Опа, пистолетик. Ага. Вот выход. Ну, пойдем выходить. Даже лутаться особо не хочу. Страшно. Ой-о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 й
Будьте. Вот так. Вот так. Собака. А я всех твоих перебил там. Перебила. Ой, негодяй. Ох, негодяй. Вы наблюдаете потрясающе ужасную сцену. Потрясающую ужасающую. Я не знаю, как это сказать. Потрясает воображение эта сцена. Вот, я про что. Она отвратительная. Он просто разделывает человека. Сам ты... Зайчонок в клетке. Зайчонок в клетке. Как самочувствие? Еще что спросишь? Супер. Вот. Поешь. Выглядит отвратительно. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина? Ну прям. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Это ты, олень? Ты просто животное. Ты легко судишь других. Есть, кстати, вероятность, что она ест человечину. Как будто вы с другом никогда не убивали. Мы же не ели. А что нам оставалось? Ну, а нам что остается? Скажи. Ну, не есть их. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? В чем-то он прав, кстати. Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. В смысле? Храбрая, верная. Особенная. Вот тут вы наблюдаете мерзкую сцену. О.
мерзкую сцену. Не буду это слово называть, вы сами все поняли. Скажем так, увлечение взрослых мужчин маленькими девочками. Молодец! Ай, больно! Черт! Глупая девчонка! Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Мешают сахар в кружке. А я себя спасаю. Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Скажи, Серсей, это была я. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли. С ребенком. 14-летним ребенком. Они так поступают. Вставай. Вставай, родной. Ты все уже. Элли. Ну, вставай. Что такое? Насморк, что ли? Элли. Ой, хотя с такой погодой, как у нас. Я даже винтовочку оставил, смотри. Да у тебя вообще все оружие, что ли, с собой? Погоди. Нет, не дает повоевать. Я еще медленно хожу. Вся штанина в крови. О, уже можно. Так, что-то как-то по патронам, конечно. Все плохо. А стрела есть, стрела? Нормально. Вот стрела, это наше оружие. Во, нормально, бегать научился, смотри. Бегать научился. Так, а вот тут осторожней. Сейчас мы, по идее, должны по следам Эльки пойти. Элли! Чё ты орёшь-то? Куда она убежала? Мы, конечно, перестреляли, но не всех же. Куда она убежала? Черт. Так. Прикрой, я иду. Прикрою. Вот это я не ожидала, конечно. Да что ты мне, блин, на русском все делаешь, дурачок? Так, короче, надо бежать вот где-то с этой стороны, вот так. Он там! Черт. Тихо. Прикрой меня. Давай, вот давай. Кстати, ваш парень красиво сгорел. Сама!
А то пристрелит! Огонь! Серия, огонь! Блин, пролаги опять по звуку пошли. А куда второй-то делся? Ушел куда-то? Патрончики. Ушли, да? Вот уж негодяи. Так, я, короче, к машинке. Вот сюда. Непонятно, куда ушел. Посмотри, нет нигде. Все туда отбежали, посмотри. Он стоит. Беги! Я тут. Чё ж вы убегаете-то? Ну-ка, тихо. Без остановки! Ты посмотри, какие смелые ребята. Так, я поняла, они что-то бегут от меня. Где они есть, блин? Попался, гад! Кончай его! Держи его! А, чёрт! Суки! Пойдёшь со мной. О-о-о, излюбленные методы пыток Джоэла. Урочь, урочь, конечно. В смысле, за что? Вопрос какие-то. Отдохни. Так. Пролаги начались. Вот на Джоэле всегда пролаги. Девочка, какие-то. Она жива? Девочка. Какая еще девочка? Вот ты тупой, что ли? Сука! Смотри сюда, сюда.
Я тебе сейчас колено вышибу. Это больно. Девочка. Не то, что вы мне когда-то вышибали, но я думаю, это больно. Она жива. Дэвиду приглянулась. Ой, фу. Где она? Приглянулась. Ой, он проворачивает. В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Вот так вот, да? Ты охренел? Угу. Он все тебе сказал. Угу. Угу. Я буду молчать. Угу. А ты больше не нужен. Ну молчи. Я ему верю. Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати. Ай, какие подлаги. Еле-еле 34 FPS. Я говорил? Я заражена! Заражена! Я, кстати, что так плохо слышу? И ты тоже. Вы тоже плохо слышите? Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Ну, громко. Как говоришь, случайностей не бывает. Хорошая у нее карта козырная. Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Это про водку говорят. Ай, ты моя девочка! Ты моя девочка. Ну все. Черт. Что за фигня тут творится? Мне нужна пушка. А-а-а, пролезь, пожалуйста. Так, я смогу. А дальше куда? Нам пушка нужна. Твою мать. Задолбало. Он явно перегнул палку. Которая не хочет, говорю. Многое прощали. Эта малятка убила нашу, да еще и заражена. Пора разгрести это дерьмо. Устроим собрание. Проголосуем. Я дочь. Я дочь вообще-то. Ой-ой-ой. Нет, беги, беги, беги! Все, бежать больше некуда. Черт. Ай, сложно. Я же нажимала на это. Я, честно говоря, вообще не помню, как надо бороться.
Вообще. Попали мы. Куда ты побежал? Не упусти! Она там! Ой, блин, они вдвоем. Ну это ГГ. Да что ты, блин? Далеко собрался. Неправильно иду, неправильно иду, неправильно иду. Вообще абсолютно неправильно иду. Надо как-то по-другому идти. Вот как двигаться? В какую сторону? Непонятно. Ну, тут все бесполезно. Че ты тут стоишь? Че он тут стоит? Ушел. Ушел. Нет, пришел. Ё-моё, ну-ка, а почему ты нож-то не используешь? Да е-е-е! Как же сложно. Как же сложно. Как же, господи, сложно. Давай еще раз. Опасно. Иногда лучше не спешить. Нет, меня там. Нет. Сбоку закрыть. Да пошел ты нахер! Видишь, какой веселый. А, я бегу, бегу, бегу! Я бегу, мне похер, я бегу. Нет, я бегу, бегу. Повсюду. Опа. Сейчас внезапно было. Так, этот уходит. Так, что-то мне кажется, с ними вообще драться бесполезно. А куда идти, непонятно. И совет не советуется. Если что, это мое главное оружие.
Я бежать не могу. Сейчас они придут, да? Офигеть, вы, конечно, потерпевший. Блин, а куда? А можно совет, игра? Ходи, давай, убью тебя. Видишь ее? Здесь ее нет. Ага, туда надо, понял. Спасибо, игра. Туда надо, я поняла. Только не смотри сюда. Видишь ее? Здесь ее нет. Да, там ее нет. А куда здесь? Типа вот в это здание надо? Но нам же не сюда. Здесь все чисто. У тебя? Я еще ничего не вижу. Да его сзади вылез. Есть куда-то зайти? Здесь все чисто. У тебя? Тут можно. Чуть-чуть подслеповато немножко. Обратно заходит. Нам в это здание? Все-таки наверх. Ты в этот как будто не зайдешь. Э, у меня пусто. Они повсюду. Понятно, как пройти. Пробежать или пройти? Здесь чисто! У тебя! У меня тоже! Ты рядом стоишь. Этот там бегает. Этот здесь вообще. В окно в целом может залезть, да? Ой, он вообще прям тут ползет. Смотри, крадется сейчас. Конечно, отсюда видно так хорошо.
у тебя? Тут тоже! По кругу обходим, да? Здесь никого нет. Ну тоже. Так, эти там ходят. Куда мне вообще? Ничего не понятно. Туда, что ли? Блин, он там стоит. Здесь никого нет. Тут тоже! Капец. Ни черта непонятно. Тут никого нет! Тут тоже! Не врут! Ой, господи! Аж три раза. Я, в принципе, я понимаю, что мне туда, но как туда попасть? Не оставил, прикинь, ничего. Ну, похоже, я на месте. Если я правильно помню сюжет, я, кажется, на месте. Фу, господи. Страшно-то как. Может, похилиться сразу? Да не, вроде пока не надо. Так. Где-то здесь это чучело будет, да? Или скрипт надо запустить. Надо скрипт запустить. Ну да. Тебя легко найти. Как это ты? А? Это я, да. Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Вот они, у меня. Да, блядь. Я пошла. Сука, дай похилиться. Ты не заражена. Зараженные так за жизнь не цепляются. Нужно добыть ключи. Я все слышу. Думай, что получше. Так в чем дело, Элли? А? Честно сказать,
Я почти купился. Моя вера на миг пошатнулась, Элли. Но лишь на миг. Элли! А? Прости, что так вышло с лошадью. Мне правда жаль. Но, знаю, все ее части пойдут в дело. Фу. Ах ты, мудак. У меня вообще нет оружия, кстати. Кроме ножа. Жаль, что ты убила Джеймса. Он был хороший парень. Он просто делал свою работу. На самом деле, потери даже пойдут на пользу нашему сообществу. Меньше ртов. Выжившие сильнее. Элли! О! Ну где же ты, Элли? Я знаю, ты хочешь мне что-то сказать. Мерзкий урод. Я сказала. Нет? Ничего. Ты уверена? Ну ладно. Надо избегать посуды битой. Я его потеряла. А, вон он. Башка шевелится. Где он? Потеряла, прикинь. Вон ходит там на кухоньке. Как-то бы его выцепить, конечно. Откуда он выйдет? Оттуда? Или отсюда? Вообще не слышу его. Че, у тебя хижина горит, алё? Где он? Я потеряла его. Смотри, затихарился. Где? Мерзкий типок, да? Так, там нет. Ой, блин. Мне кажется, это будет мощная битва, с которой я не справлюсь. А, вон ты где. Туда ушел.
Ну-ка. Осторожно. Угу. Мечтай. О чем? Что-то ты не стараешься. Блять, какой же ты душник. Не-не-не. А как я его победю? Я же его никак не победю, получается. Тебе не надоело? Нет. Тебе надоело? Два, дурачок. Бля! Я поняла. Хреновая идея. Почему у меня ничего нет? Никакого оружия. Надо было оружие забрать, что ли? Нигде ни биты нет, ничего. Почему у нас ничего нет здесь? Как я его должна побеждать? Как тебя убить-то? Два, дурачок. Блин, а как? Как же его победить? Я пока не очень понимаю. С одним ножом. Ой, надо, наверное, заканчивать на сегодня.
Ебатый дурачок. Там можно было нож воткнуть. Ты чё? Ты откуда попал? Никакого ага. Ага, никакого не будет. Пошел нахер. Идеальный шанс был. Выходи, ни к чему прятаться. Все, короче, это ГГ. Это я лох, конечно. Выходи! На Ешку вовремя не нажала, прикинь. Странный мужик, конечно. Молодец. Все будет хорошо. Все будет плохо. У тебя мачете, у меня мачете нет. У меня еще и хилки нет. У меня же нет мачете. А хилки? Ты всегда меня удивляешь. Я да. Жаль, что ты такая упрямая. А теперь уже поздно. Жаль, что я такая тормознутая. Сдавайся. И все кончится быстро. Я обещаю. Ладно. И не говори, что я не дал тебе шанс. Ты считаешь, что ты выше. Выше нас. Но это не так. Дурачок. Здравствуй. Привет. С какой стороны ты подойдешь? А, вон сидит. Чё думаешь, я тебя не вижу? Сидит в крысу, посмотри. А вот ты. Да, я тут. Выходи, ни к чему прятаться.
Говорит не человек, который прячется. Мне плохо, мне прям плохо. Ой, не могу, спрятался он, елки-палки, а? Спрятался он. Ой, чудило. Короче. Я думаю, что мы тут сохранимся. А, игра сама сохранилась. Короче, я думаю, что мы пойдем спасать Элю в следующей серии. Ой, флашок. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет приятно почитать. Ссылка на плейлист в описании, ссылка на Donation Alerts в описании. Ссылка на Discord сервер в описании, на телеграм-канал тоже, на телеграм-канал в описании канала. Вот, всем спасибо, всем пока, целую, обнимаю.